Для 11-классников 37-й школы станицы Старомышастовской этот день запомнился еще и визитом высоких гостей. Поздравить выпускников с окончанием учебы приехал исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев. Выпускники, не теряйтесь по жизни. Дорога жизни разная. Принципиально, что вам дает ваша станица и опять-таки школа под названием «Семья», как я уже сказал, это не упасть на этой дороге. Вы можете испачкать обувь, но очень важно сохранить честь школы, честь станицы, а значит не испачкать руки лица. Удачно вам сдать экзамены, ЕГЭ. Я думаю, все у вас получится. По-другому быть не может. Что касается школы, конечно. Друзья, я был здесь пару лет назад и надеялся увидеть что-то другое. Но я вижу, что ничего не поменялось. Реконструкция школы начнется в ближайшее время. И это я беру под свой личный контроль. Школа будет реконструирована. После торжественной части руководитель региона прошел по школьным коридорам и осмотрел территорию учебного заведения. 37-я школа – одна из старейших в районе, ей уже больше 100 лет. Сегодня в здании требуется провести капитальный ремонт кровли и стен, а на прилегающей территории обновить спортплощадку и благоустроить двор. Решение этих вопросов Кондратьев взял под личный контроль.